Всем привет, дорогие зрители! Приехал я на земельный участок, о котором я говорил. Здесь общий участок продается. Также можете купить какую-то часть этой территории и построить себе виллу. Это инвестиции в недвижимость. Кто вот искал такой участок, я вроде его нашел. Быстренько покажу цены и участок. Так, бумажкой справляйся, ветер. Вот. Здесь вот этот участок. Цены от 72 тысяч евро. Зеленым указана стоимость, сверху указано квадратный метр участка. Минимальный участок 400 квадратных метров. Общая территория продается за 450 тысяч евро. Планировка вся уже готова. Кому интересно, я могу отправить. Здесь должно было быть 7 вилл. Но если вы купите по частям, можете построить любую виллу, какую вы хотите. Под свой вкус. Здесь парк. Вот. Сверху дорога, снизу дорога, справа с левой стороны будет дорога. Быстренько покажу участок. Вот это верхняя часть виллы. Вот такой вид отсюда. Здесь дорога. Здесь дорога, которая идет к виллам. Тут вообще необыкновенный, потрясающий вид на всю Алания. Это самая высокая часть этой горы. Вилла будет построена здесь и в той стороне. Продолжайте туда. Еще одну виллу можно внизу там построить. Так, как сюда подняться? Вот, дорогие зрители, крепость Алания. Я сейчас постараюсь приблизить. Вот крепость Алания. Глазами вообще тут необыкновенный вид. Не могу передать через ролик. Вот вид на горы. Так. Пройдусь я в ту сторону. Это для тех, кто хочет инвестировать, может купить весь участок и найти застройщика, который построит виллы. Продать несколько вилл застройщику, остальное может оставить себе или тоже продать пополам как бы. Здесь уже муниципалитет Алания подтвердила участок, весь проект готов. У меня есть рисунок вилл. Минимальная цена 72 тысячи евро. Вот 72 тысячи евро. Вот. Находится в той стороне. 85 тысяч евро вот здесь где-то. Вот здесь. А вот этот самый большой участок. Вот я где стоял. Вот этот большой участок будет вот эта вилла. У него более-менее лучший вид. И лучший вид вот у этой виллы за 100 тысяч евро. Вот. И у этой за 125 тысяч евро. 125 тысяч евро она будет где-то внизу. Как по планировке я сейчас смотрю. Вот где-то здесь. Вот в этой стороне. Вот где-то здесь. Собачки тоже. Вот такой вид. Вот пляж весь Каркаджаковский. Расстояние до маркета здесь где-то 2 километра. Нужно иметь машину. Давайте я так поверну обратно. Дорогие зрители, пишите, звоните по номеру WhatsApp, Telegram, Viber. Плюс 90-555-064-9110. Come pick me up, cause I just wanna see the light. I wanna be weightless. Teach me to fly, I won't be coming down.